Кызжибек Ашурбай-кызы работает медсестрой в детской инфекционной больнице города Ош. Работа не из легких. Иногда приходится трудиться даже без выходных. И при этом ни для кого не секрет, что зарплата у медсестр не из высоких. В каждой работе есть свои трудности. Когда я устроилась сюда, зарплата была совсем маленькой. Но сейчас, благодаря дополнительным выплатам, которые ежемесячно выделяет мэрия на комуслуги, все стало немного лучше. Мы, конечно, очень благодарны, но было бы хорошо, если бы нам немного подняли заработную плату. В целях поддержки медработников мэрия Южной столицы ежемесячно выделяет на это дополнительные средства. На сегодня это необходимо. Нужно создавать условия для медиков. Это наглядно показал период пандемии. Любая, даже небольшая поддержка от городских властей только кстати. Более 1000 медработников каждые 6 месяцев получают дополнительные деньги на коммунальные услуги. Это по 300 сомов в месяц. Конечно, это мало, но все-таки хватает оплатить хотя бы какую-то часть. Ежегодно мэрия Оша выделяет медработникам на компенсацию оплаты коммунальных услуг 6 миллионов 700 тысяч сомов. Деньги перечисляют только санитаркам и медсестрам, у кого низкая заработная плата. Ежегодно депутаты Горкинеша утверждают сумму, и на этом основании деньги выдают медсестрам и санитаркам. Ведь именно они выполняют самую непростую работу, поэтому мы надеемся, что эти деньги станут стимулом для них. Поддержку медработникам обещают усилить. Так, с начала июля планируется повысить зарплату медперсоналу на 40%. Гульжан Руматкызы, Эдил Алиев, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош.